Администрация и профсоюзный комитет Лидского филиала Гродненского облпотребобщества поздравляет водителей с Днем автомобилиста и дорожника. Желаем отличного настроения, удачных поездок. Пусть работа приносит вам удовлетворение, а в личной жизни всегда будет праздник. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути всегда горит зеленый свет. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаем, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. Здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья. Любимая, здравствуй, звоню тебе снова. А как же иначе, сама посуди. Легко ли дракисту без теплого слова бороться с невзгодами, что на пути? Я знаю, что с рейса опять тебя встречу задумчивым взглядом любви и тепла. Ты мне в непогоду дорогу осветишь, и ты как надежда добра и светла. Опять за баранку и снова в дорогу. Опасностей много, ведь я же шофер. Но думать о трудностях этой работы мне времени нет. Запускаю мотор. А мне рассказать тебе надо о многом, о том, как в Чикаго застрял в гололед, о том, как в Канзасе настигла торнадо, и в бурю казалось, что крышу снесет. Дорога романтика, но не для слабых. Здесь нужно терпение и много труда. Хоть нет здесь советских привычных ухабов, зато и внимание нужно всегда. Опять за баранку и снова в дорогу. Опасностей много, ведь я же шофер. Ты шофер. Но думать о трудностях этой работы мне времени нет. Запускаю мотор. Этой работы мне времени нет.
запускаю мотор. Опять за баранкой и снова дорога. Опасностей много, ведь я же шофер. Надежда моя, упование на Бога, а Он мне поможет вернуться домой.